Но хотя бы мне ответить. Нет, не надо мне, пожалуйста, покупать какие-то дорогие подарки. Я могу понять, когда вы мне дарите уточек, они стоят 300 рублей. Не надо мне дарить ничего дорогого, мне неудобно будет перед вами. Вилейн 18, спасибо огромное. Я могу себе позволить купить Соньку. Я правда, я лучше сама куплю. А ты, блин, не знаю, на эти деньги маме цветов купи. Правда, это очень много цветов будет, но тем не менее. Вот. У меня единственное, в чем стоит затык, я не знаю, какой телевизор купить, я в этом не разбираюсь. Вот, я же айтишник, я же не разбираюсь в технике. Вот, поэтому мне нужно будет как-то, типа, вот с этим решить, и я тогда сама по себе куплю Соньку. Я взрослая и самостоятельная. Я самостоятельная!